Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий на Светлой Седмице посетил Ленинский городской округ. Он совершил божественную литургию в Георгиевском храме города Видное. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Подольского епархиального управления иерей Константин Семенов, благочинный церкви Видновского округа иерей Дмитрий Березин, настоятель храма протоиерей Михаил Егоров и духовенство Подольской епархии. После сугубой ектении и молитвы о Святой Руси в честь празднования иконы Божьей Матери «Живоносный источник» владыка совершил чин освящения воды. Богослужебное песнопение исполнили архиерейский хор под управлением Александра Веретенникова и детский хор воскресной школы Георгиевского храма. Крестный ход архиепископ Аксий завершил обращением ко всем присутствующим с архипастырским словом и наградил настоятеля храма протоиерея Михаила Егорова архиерейской грамотой.